Тебе надо научиться делать скворечник. Доска у тебя есть? Нету у меня доски. Откуда у меня доска вообще? У меня тоже нету. Так, возьмем у мамы, понял? Только ей не говори. Мама! Проверял я тебя, попался. Надо было тебя не Витя, а Павлик назвать, Морозов. Не поможет тебе мама? В магазине она. А так как она в большом магазине, тебе долго никто не поможет. Так, Витя, вот доска. Ну давай, какие инструменты тебе понадобятся? Не знаю. Ну? Пила там. Так. Молоток. Так. Плоскогубцы. Так, Виктор, какая твоя первая ошибка? Чтоб к тебе подошел, надо было у мамы деньги попросить.